Пошли в другое место, чтобы не мыть, не дали. Что ты тут? Пошли в другое место, чтобы в Утгарит кидали. За что ты выдал? Да, можно вопрос? Ладно, неадекватное поведение, ладно, допустим. Только что ты сам сказал, блядь, если есть доказательства, что мы договорились, что можно так пиздеть, и ты нам даешь мут. Что за приколы? У нас есть, вот у Юры фраб есть, что мы с ним только что допизделись. Что я могу его оскорблять, и он меня, все. Только что. Вот именно, только что. Ну, перед оскорблением. Перед оскорблением, перед тем, как ты нам мут выдал. Перед оскорблением, вот ты... Ну, а нужно после оскорбления? Типа я его оскорблю. Не, подожди, перед есть? Да, перед. Все, молодцы, чё. Размучивай! А, сейчас. Вот, залейте же бы, если... Как мне же бы тебе залить? Объясни, жопой, что ли? Ты понимаешь, у нас висит роль мута, и нельзя вообще никуда не писать, не заходить. У вас есть, вот сидит, не люблю офников, сидит, пусть он заливает за вас всех. Я не понимаю, у тебя извилины шевелятся, нет? Ты говоришь, сначала залей сам жалобу, а теперь, блядь, другого какого-то просишь залить. Сейчас другая головная боль, ты понимаешь? Я хочу уже найти того человека, кто вам снимает эти муты. Ты понимаешь? Ты нам мут сними, у нас доказательства есть, блядь. А, что вы сейчас засняли, мне вот эти доказательства ваши не нужны. Да не сейчас, там время написано, алло, братан. Еще ты тогда сидел, я еще при тебе сказал. Все, Дань, мы договариваемся друг на друга. Именно мут я выдал раньше еще одному человеку. Нет, нет, ты мут выдал потом. Мы вот вдвоем сидим. Кому я сначала мут выдал из вас всех? Мне сначала, а нет, сначала Кириллу, потом сначала мне. Кириллу. А потом Кириллу, Афыва вот этот, Афыва. Да. Потом мне. Да, потом я зашел, опять же. Хейтер Офника. Мы сказали. Да, мы договорились, а потом ты нас перемутил. Вот именно. Сначала я Кирилла замутил, потом я зашел. Да? Вы договорились? Да. Уже? Да. Да. И ты нас замутил после этого, после договора нашего. Фрапс, там этот ваш договор есть. Юра, заливай его, мне похуй. Хорошо, что за Фрапс. Да, только пацаны, если там время будет указано минут там, например, 3 назад, и это уже будет после. Там время указано 20, по-моему, 22-27, а сейчас у меня 43. Блять, договор. Договор. О.